Центральный стадион Кузнецка «Рубин» меняется на глазах. С начала лета на спортсооружении ведется масштабная реконструкция, которая не проводилась с момента его основания 1959 года. Стоимость проекта составила 62 миллиона рублей. У нас всегда вот была надпись «Стадион Рубин», а по сути здесь у нас на стадионе был только футбольное поле, даже не было трибун. И в этом году в результате реконструкции у нас появится футбольное поле 110 на 70, три универсальных спортивных площадки, где можно заниматься мини-футболом, теннисом, волейболом, баскетболом, бадминтоном. Кроме того, появятся 4 беговые дорожки длиной 400 метров и трибуны на 600 посадочных мест. Наладят и систему видеонаблюдения. Кузнечане надеются, что новый стадион даст толчок развитию не только игровых видов спорта и легкой атлетики, но и ведению здорового образа жизни. Знаете, я тоже считал, что был стадион, все так считали. Вот. Но когда мы сюда пришли работать, начали разбираться, что здесь было и то, что мы сделали после этого, это, в общем-то, небо и земля. И вот многие же здесь люди ходят, которые здесь постоянно с детства росли, играли, занимались чем-то. Вот. Удивляются, по-хорошему удивляются, ну и они еще не представляют даже, что будет. А будет, я думаю, красиво получится все. Строительство стадиона «Рубин» планируют завершить к 10 октября.